Здравствуйте, дорогие зрители! С вами Дмитрий Смирнов, главный тренер футбольной медийной команды Fight Nights, и представляем вам очередной обзор тура. Сегодня в гостях у нас Виталий Викторович Миллер, известный в медийном футболе тренер, который тренировал раньше, получил известность, когда тренировал Амкал, потом очень симпатичный бас был в прошлом сезоне его команды, ну и в этом году он впервые с Коростов вывел в плей-офф, с чем и поздравляю. Спасибо. Рад вчерашним вечером. Спасибо, что после такого эмоционального вечера пришел к нам в гости. Сразу давай на ты, да, Викторович, мы конечно, знакомы конечно. Хорошо. Поздравляю и... Сразу вопрос. Ожидания реально сезона, потому что набирал команду практически, можно сказать, не с нуля, но процентов 80 новая команда. Понятно, что ей надо вкатиться было какое-то время. Ожидания от группового этапа, насколько подтвердились? Ну, давай так вкратце. Ну, во-первых, слава богу, что мы прошли, да, в стыковые игры, да. Uh-huh. Честно, ожидания были чуть-чуть. Думал, что мы полегче пройдем этот групповой этап, потому что, в принципе, по составу у нас достаточно квалифицированная команда и по там, условиям, и по организации. Но тоже столкнулись с трудностями. Опять же, да, трудности эти надо преодолеть, потому что такая стадия командного формирования, она не быстрая, учитывая, что у нас не было костяка, да? Да, конечно. Кому можно там, через кого интегрировать футболистов у нас? На ком строить, да, коллектив? Ну, да, на ком строить, за счет кого строить не было. И, в принципе, в этом групповом этапе и столкнулись, да, с трудностями, что надо преодолеть их как-то. Посмотрим, что дальше будет. В принципе, содержанием игры я доволен почти в каждой игре. Честно, недоволен игрой, когда мы проиграли Литам 0-1. Недоволен. Ну, можно я перебью, я знаю, что мы эту игру разбирали, но на самом деле вы хорошо играли, вы хорошо доходили до, скажем так, предголевых ситуаций, но дальше не было конкретики. Но да, по качеству она, в принципе, неплохая была. Да, и вот все ваши игры были по качеству, мы разбираем, с самого первого тура было понятно, что вы должны выходить в плей-офф. Да, есть какой-то там рисунок, да, но понятно, там чуть-чуть где-то не хватает, знаешь, вот этого последнего паса, да, и да. Вроде все делаем это... хорошо, и, блин, простая ситуация, мы теряем эти мячи. Ну, вот этой игрой, честно, я недоволен в плане... Понятно, что моментов было немного, подходов было достаточно, недоволен в большей степени агрессией. Мы, в принципе, там по спринтам пробежали 500 метров, хотя за все игры мы меньше 1000 ни разу не бегали, а здесь прям, ну, вообще не было спринтов, там не атаковали спину, не бежали, такой, знаешь, не хватило какой-то такой агрессии. А для сравнения, вчерашняя игра сколько побежали? Вчера 1.5 пробежали в туре. В 3 раза больше. Да, в туре лучший результат. Ну, мы, в принципе, ниже 3-го места не падали, броки всегда были лучшие. По спринтам они на самом деле, да, свободные зоны, да, у них такие скоростно-силовые футболисты, вся линия атаки, они очень быстрые, все хорошо ведут единоборство. Ну, плюс, да, фактор вратаря, то, что Ванька Зириков, он хорошо подбивает мяч, шага может дать на 70, и они используют эти свои сильные качества. Если не ошибаюсь, с вами такой гол забили, когда он поймал, выбил на Алишера, убежали. Поймал, выбил, да, там чуть-чуть мы... не разобрались, там чуть-чуть неорганизованно сыграли в обороне, да, знаешь, дали Алишеру пространство, да, не сблизились, там порвали, знаешь, вот эти дистанции, и понятно, что там пустую передачу, там футболист, который обладает мастерством, как у Алишера, конечно, он ее отдаст, он там, в принципе, и отдал эту передачу. Ну, та игра мне очень понравилась, сколько вы агрессивного давления шли в первый тайм, прям действительно хорошо смотрелось, такая прям, знаете, такой рисунок, вы давите, броки так на быстрых убегают, вот такой прям хороший. Нет, первый тайм был хороший, первый тайм был хороший, а во втором тайме перестроились, там сказал ребятам, что, ну, понятно, что бензина не хватит бежать сюда в давление. Да, всю игру. Говорю, давайте минут 10 чуть подышим, потом за счет замены будем влиять и опять так же продолжим. Но столкнулись с тем, что замены, которые там вышли, да, там не попали, может быть, в игру, там сложно, и дали брокам расставиться, а броки, там, когда они там структурно расставляются, там, структура, они очень здорово смотрятся и потеряли, знаешь, в этот момент, и тяжело было. Хотя, в принципе, там... Ну, победа не заслуживала по мне, да, ни одна команда. Это равная игра была. Вот этот гол, я потом, знаешь, так анализировал, что вот этот гол, он где-то, знаешь, психологически чуть-чуть надломил в плане того, что мы, в принципе, всю предсезонку прошли неплохо. То есть мы там 5 игр выиграли, одну сыграли в ничью, и по содержанию игры мы достаточно хорошо смотрелись. И тут как бы выиграли первую игру, да, там по буллеталити нам повезло, там Сашка Шипляков выручил. Ну и потом поражение от броков получается, да, где мы там не должны, как я считаю, проиграть. Потом от Титана, да, то есть хороший первый тайм в равных составах. И знаешь, там раз оступились, два оступились, и вот здесь вот самый важный момент это начинается, когда нужно преодолевать эти трудности. И я сложный, думаю, в принципе, момент, да, сложный момент. Да, ну, понятно, что когда там нету, да, людей в
плане того, что там твоя команда, вы сколько игр сыграли вместе, да, фактор, конечно, там, конечно. И хорошие игры были у вас, и плохие, то есть вы вместе уже давно, вы да. знаете, как действовать в этих ситуациях, не ты как тренер, извини, да, я перебью, опять же, периодически буду перебивать, не сразу извиняюсь. Конечно. Вчера Звездин перед игрой сказал, самое главное преимущество Fight Nights – это количество официальных игр, проведенных вместе. Ну, это действительно, люди знают, что друг от друга ждать, они в разных ситуациях бывали, правильно ты говоришь, это, конечно, помогает. Да, так же, как и там Тудроц, да, там, кто бы про да. ничто не говорил, да. там, играют плохо, там, 10 таймов забить не да, могут, да, да. но, тем не менее, они добиваются результата, они потихоньку, планомерно, там, идут, угу. там, к своим целям, да, и, в принципе, у них провальных сезонов-то не было, ну, там, вот, були там, когда проиграли Эгриси. Но... И то там по игре-то было. Ну да, ну это лотерея, везение. Там по були, там, блин, там кому нет, по игре-то они сильнее были, они не забивали, не досчитывали. Да, 100%, да. Но ваша команда, на самом деле, хорошо, что вышел в плей-офф, потому что у вас Баста, у вас Глушаков, Жирков, Набабкин. Это люди, которые, ну, они украшают медийную лигу. Как ваши ветераны, как они соответствуют? Как ты сам считаешь? Или это больше реверанс? Да не, ну, конечно, соответствует, учитывая, что каждый из них играет. Понятно, там кто-то не во всех играх, да, как Юрий Валентинович. Где-то какие-то игры, когда там борьба, единоборство. И, честно, ну, как бы не хочется там Юрия Валентиновича в эту мясорубку пускать. Его в футболе уже ничем не удивить. Но все равно как-то к Юрию Валентиновичу чуть побережнее относимся. Ну, ребята тренируются, как бы стараются и ну, хотят, да, помогать нам добиваться результата. Ну, это супер. Ну, такие просто люди, они красят нашу лигу. Не, ну, конечно, однозначно люди там просто смотрят футбол, потому что они знают, там, с Юрием Валентиновичем, да. где бы мы ни тренировались, всегда кто-то подойдет. О, Юрий Валентинович, можно с вами сфотографироваться? То есть, постоянно приходят, фотографируются с ним. Ну, и молодым футболистам, которых у нас тоже не так мало, да, даже сказать, что у нас их, в принципе, много, да, для них, что, ну, в какой там параллельной реальности они могли еще представить, что они будут играть в команде там с Лушаковым, Набабкиным и с Жирковым. Я пригласил в свою команду Гришу Барышева, у нас сейчас футболист, достаточно хороший справозащитник играет, так он вначале говорит, Дмитрий Александрович, а я в паре с Ромой Павличенко на первой тренировке был. Он так попал, не знаю, как получилось, а не в паре. Он мне потом рассказывал с таким преддыханием, говорит, я с ним в паре работал. Говорит, Дмитрий Александрович, спасибо, что позвали меня, типа, Fight Nights. Ну да, для них, да, может быть, это будет какой-то шаг вперед. Они смотрят, конечно, как люди тренируются, каким мастерством они обладают. И самое важное, да, то, что там внутри в раздевалке, как они себя ведут, когда ты смотришь там по телевизору, как они играют там против Челси, Баварии и так далее, это одно, а когда ты с ними сидишь в раздевалке, там это совсем другое. Увлеченность еще Василия Михайловича прям поражает, честно говоря. Ну, прям он... такое ощущение, что за эту команду действительно это не, как бы не наиграно. Такие эмоции, его их невозможно как бы наиграть, скажем так. Ну, Василий Михайлович фанат, он очень предан, да, этому клубу и очень переживает. И постоянно там звонит, мы с тобой сейчас разговаривали, когда тоже переживает. Я говорю, да успокойся, не переживай, выиграем, не переживай. Да? Но вчера приехал часа за два, по-моему, на игру. Хотя у него был концерт, нам прилетел утром, говорит, ты хоть спал чуть-чуть? Он говорит, ну, прилетел, говорит, чуть-чуть, даже. Чуть-чуть поспал, говорит, и поехал на игру. И говорит, я говорю, что так рано? Он говорит, честно, говорит, хочу, говорит, просто вот с ними в раздевалке побыть, вообще хочу вот это вот посмотреть. Атмосферу, да, почувствовать. Да, круто, переживает круто. Очень сильно. И... Ну, я с первого сезона, мы были же в одной группе, но я поразил вовлеченность, как он там эмоционально как велся во время игры с нами, это было дорогого стоит. Если ты хочешь всегда быть первым и получать наслаждение от игры, загляни в описание, там тебя ждет специальный бонус. Сразу перед тем, как обсудить игру десятки с Амкалом, Виталий Николаевич Панов, спасибо вам большое за победу над десяткой. Спасибо, что, я думаю, наверное, какие-то были мысли поберечь там людей на карточках. Ну, вы по-спортивному, по-футбольному. Спасибо большое за победу. Мы в плей-офф. И сразу хочу сказать привет Сергею Дурасову, комментатору, потому что не понимаю, почему до игры, после игры нашей, когда мы сыграли с Рокетом 0-0, он устроил там истерику, что мы сыграли какую-то договорную ничью, но если посмотреть по раскладам, если Дурасов знал, что десятка проиграет Амкалу, ну, тогда ему большой респект, но мы могли действительно не попасть в плей-офф, потому что зависели не от нас. Поэтому вот эти все рассуждения о нашей договорной игре, это, конечно, непонятно для меня, потому что по раскладам мы могли пролететь, но спасибо еще раз главам Калу. Слушай, игру смотрел, понравился Амкал. Хочу сказать, что десятка тоже достаточно неплохо играла. Моменты были там, да, там со штрафного рыбуса моменты. И во втором тайме были моменты. Достаточно равная игра, по мне. И, знаешь, десятка, в принципе, классная команда, да, то есть там виден рисунок, виден, что видно, что Александр Владимирович хотел, да, от своей команды, но чуть-чуть, знаешь, до, игра такая, знаешь, до гола, в принципе, похожа на наш с тобой четвертьфинал, да, когда, в принципе, там
Да. Вроде и игра неплохая, а вот после гола, знаешь, я честно понимаю эмоции, наверное, десятки. Я сам их переживал в четвертьфинале, да, точно такие же эмоции, когда ты понимаешь, что у тебя были моменты, у тебя есть uh-huh. подходы, но вот как будто, знаешь, вот ты понимаешь, что ну, не за чего выиграть. Да. То есть нету какого-то, знаешь, там ресурса. Там, зрителям поясним, это игра позапрошлого сезона, когда Викторович тренировал Амкал, и мы выбили в четвертьфинале во втором тайме. Правильно, Викторович, мы просто уже успели обсудить, прям очень напоминает эту игру, потому что первый тайм очень хорошо Амкал начался, давал моменты, мы перетерпели, игра потом выровнялась, а во втором тайме мы забили гол, и такое ощущение, я прям изнутри почувствовал, что Амкал как будто все сдувается и как будто не верит уже в победу. Я к тому, что мы уже обсудили, что мне здесь так казалось, что десятка во втором тайме после пропущенного все как будто, ну, как будто отрезало. А первый тайм действительно хорошо играли. Да, и во втором даже были моменты. Были, но... да, но как-то я не видел, как-то вот, не знаю, такое ощущение, что они действительно уже не верили, что они могут выиграть эту игру. Ну, это, знаешь, как больше на какая-то, ну, на внутренних ощущениях, да, построено, что ты как бы смотришь футбол, там, ну, не первый футбол же, да, в своей жизни да. смотришь, и когда ты там играл в футбол, ты все равно понимаешь, что ну, нечего. Угу. Уже, наверное, я думаю, ощущение там у ребят на поле, когда это все уже закончится, потому что, блин, сложно вот это преодолевать себя. Ну и, как обычно, такие моменты стандарта забивают, это какая классика достаточно частая. А у тебя есть объяснение вылет десятки? Ну, по нашим меркам, там звездные футболисты собраны. Ну, непонятно, не по меркам какого-то российского футбола, но по меркам медийной футбольной лиги. Там, Рыбус, Обухов, Идову. Ну, это действительно люди, которые еще вчера играли в премьер-лиге. Ну, и вчера, условно говоря, ну, так далее. Честно, у меня нету объяснения. Это, знаешь, больше, наверное, просто стечение обстоятельств. Что угу. так случилось, что там 10 очков, да, их в итоге не хватило. Хотя в начале сезона никто не мог подумать, что там десятка там, не попадет там, да. в топ-10. Да. Мне кажется, они сами даже об этом не думали. Но случилось так, как случилось. И вот здесь, конечно, опять в очередной раз давление. Амкал хорошо, там сегодня прям идет давление. Выиграли, подобрали. Ну и Вася Мавренко это очень хороший сезон. Да, на данный момент проводит. Очередной его гол. Исполнение фантастическое. Ну, Панов-то говорит, что когда он познакомился, я слышал, что он говорит, он после первой игры говорит, не понимаешь, что вообще за уровень футболист. Откуда здесь такой взялся футболист, типа Пеле местный? Такой смысл. Ну да, я когда в Амкале работал, для меня там Вася Маврин, это футболист, который на поле может сделать все. Он может играть на любой позиции. Его, мне кажется, он только ворота. Хотя, мне кажется, он и в воротах сыграет. А возвращаясь как раз, вот что лучше, как думаешь, для медийного футбола? Там условные такие люди, которые еще вчера играли в ФНЛ и Премьер-лигу, ну, понятно, наверное, они на 110% здесь не будут мотивированы, или люди, которые действительно здесь себе делают имя, пока на данный момент не широко известны, ну, на самом деле, просто Fight Nights именно строят на игру, сам понимаешь, на втором выборе, которых мы, людей, знакомим с аудиторией, у нас такие много, там, Сэму Твичу, которого не знали, хороший уровень футболиста, там, Барыш, ну, мы можем перечислять много, Лысый. Как ты считаешь? Мне кажется, здесь такой, знаешь, должен быть симбиоз. Золотая середина, какой-то, да? Да, потому что уйти условно там в историю, где будут приходить там заслуженные футболисты, да, это одна... В Казах такая история была, помнишь, какой-то год они там набирали? Да, да, неплохо. Это в третьем сезоне было, да. Это одна история. Есть команды, которые там за счет молодых пытаются как-то, да, там новых звездочек там вырастить, чтобы они появились, но мне кажется, симбиоз такой должен Без быть. Без опыта никуда, да. 100%, 100%, да. Десятку еще что, на самом деле, погубило? Регламент, согласись. Ну, потому что там три раза играли с Родиной Медиа. Ну, так получилось, что они, в принципе, тоже, по-моему, они с Домедиа сыграли первый тур, забили там мячей 5 и попали в эту там, верхнюю сетку, играли там, условно, с Броуками, с десяткой с Родиной они играли. Ну, в конце концов, ну, вообще на Амкал попали. Как ты по регламенту вообще к этому? Как ты, ну, вот прошел групповой этап. Честно говоря, нам просто действительно где-то повезло, что мы вышли, но я считаю, что мы заслужили, потому что по игре мы должны были выходить. Но мы попали в такую мясорубку, по факту. Мы 5 раз играли с Дротами, с Титаном, с Родиной Медиа. Та история, в которую попали вы, это, блин, врагу не пожелаешь, там 5 игр подряд. В эту временную ловушку попали, да. Знаешь, я сегодня ехал сюда и думал, но у регламента есть один большой плюс. В последнем туре не было вообще ни одной проходной игры. Не было ни одной игры, которая ни на что не влияла. Ну да, кроме вашей договорной, больше ничего не было. Там, где команды подвисли. Я вчера с трясущимися руками смотрел там в 3 часа, как там играют наши конкуренты, как десятка проигрывает. Поэтому маловероятно, что наши. Даже вроде как Литэнерджи в конце концов ни на что не повлияло, только они там местами поменялись. Но и то Родина Медиа за счет своей победы, они могла попасть в топ-2. И подарила нам вот эту концовку Тудроц.
Ну, вот это, наверное, походу, самый большой плюс этого регламента, что до последнего тура. Не, регламент, я считаю регламент нормальный, но знаешь, как я, в принципе, отношусь всегда ну, к нововведениям лиги. Да, хотя я, да, в принципе, ну, категорически буду против футбола 9 на 9, вот это 100%. Ну, и без офсайдов, я думаю, ты тоже. Да, и без офсайдов, потому что, ну, это прям, по мне, это дух игры теряется. Все, что остальное, там, аута, замата, там, ногами, там, и такие, знаешь, правила, ну, все топ. Всегда лигу будут осуждать. Ну, это 100%. Мы вчера даже с Колей разговаривали. Я говорю, Коль, что бы ты ни сделал, всегда найдутся люди, которые скажут, это не так, это не так. Да, получается так, что Кубок Лиги в таком в новом формате, да, для всех новым, для лиги новым. Они тоже не знают, что может быть. Теперь знают, что можно 5 раз подряд сыграть. Ну, понятное дело, я думаю, что, наверное, подготовились бы, да. Я думаю, что в следующем сезоне они чуть-чуть поиграют регламентом и сделают такую историю, что там, больше двух раз ты с одной командой не сыграешь. Ну, я думаю, это все реально. В принципе, там нужно просто сесть, там, расписать и посмотреть, как это... Задумка была крутая, что Тундро-Самкал, это периодически 2-3 раза в сезон они играют. Это, конечно, напряжение, постоянно нет проходных игр. Но они, может быть, 2-3 в этом году было, когда там 5-0, 6-0, ну и все. Ну, опять же, там 5-0, 6-0 это было в конце. И да. Там, ну, здесь и банки, один раз совсем медиа. Там банка там с Рудиной Медиа. Ну, это ладно, один тайм можно простить, я думаю. Ну да, там можно простить. Но, в принципе, банка там, насколько я помню, они, по-моему, первый тайм вообще никому не проиграли. По-моему, они по первым тайму точно выходили во плей-офф, мне кажется. 100%. Они всем прогоняли ударом. Они также, везде ничьи, да. Но у нас тоже, если честно, у нас первый тайм. Ну и вчера они с Броками, они очень достойно смотрелись. Они при счете 0-1 попали в перекладину. Ну, там плюс-минус где-то равная игра. Не скажу, что Броуки были сильнее прям на голову. Ну, Броуки, я думаю, еще не особо, наверное, настраивались, потому что когда у тебя, ты же понимаешь, что уровень футболистов у тебя, ну, они чуть повыше классом, и, наверное, да, вышли 100%, там, чуть-чуть подурачиться, и не нашли в себе там этих каких-то эмоций. Ну, конечно, главная сенсация турнира – десятка вылетает, подводя итог конкретному матчу вообще в целом групповому этапу. А Амкал, мне кажется, судя по игре, то, что мы видели, тут я еще не могу ни кубок не добавить России, в котором они очень хорошо, я им даже Салани беру, ну, прям действительно хорошая игра. Амкал, считаю, ну, по праву первое место занял, ты как считаешь? Ну, однозначно, по праву, у них так, знаешь, получилось, проиграли первую игру, потом выиграли, и, знаешь, победы, когда они идут подряд, да, там да, еще да. Плюс Кубок России, как раз в это время они там выигрывают, и вот этот менталитет победителя, да, то есть они стали более уверены в себе, там, то есть, ну, в этом плане надо, честно... Кстати, сказать Амкал спасибо. Все время во втором тайме добавляет, я заметил, они после Кубка играли с Литами. Первый тайм Литы были хороши, а во втором тайме Амкал, даже с кем-то с Фаспаном, кстати, общался, он говорит, да, я тоже, говорит, удивлен после Кубка, но во втором тайме смогли добавить, и они их прям смяли. Здесь второй тайм лучше, ну, как бы. Не, молодцы, заслуженно вышли, большая работа Виталия Николаевича Панова, прям, считаю, колоссальная. Ну, и не стоит так, как сказать правильно, нельзя не отметить футболистов, которые, знаешь, когда ты там веришь в идею тренера, и это дорогого стоит, и когда ты там не сомневаешься там, в каких-то его решениях, они могут быть любые, даже вплоть до абсурдного, 100%. Но если футболисты это воспринимают, просто так это не бывает, это значит, ну, человек смог найти какие-то слова, найти этот тут ключик, да, то, что футболисты ему верят. Панову большой респект за групповой этап, ну, на самом деле, лиги... Хорошо, когда Амкал сильный, когда Тундро сильный, поэтому это круто, конечно. Поэтому поздравляем. В полуфинале уже увидим, что будет дальше. Хотелось бы пока на свежих эмоциях давать вашу вторую игру. Давай, вторую, давай. Как вторую. Вторую по счету, но раз последняя она в туре была. Давай, тут прямо я тебе на откуп прямо всю игру. Может, понятное дело, чтобы соперники не готовились, там вкратце, что получилось, что не получилось, там без конкретики. Ну, понятно, что сейчас, в принципе, там плюс-минус все ко всем готовятся, возможно, они проводят какие-то разборы, но каждый тренер все равно понимает, во что будет играть его следующий соперник. Да. Здесь, знаешь, какие-то сложно там что-то утаить, мы же не в темноте в футбол играем. То есть тут мы таким, вначале могли забивать, муж там... Я вообще не понял, что это муж бил, как он там оказался, играет левого защитника, там убежал, там... Получил, хотя, знаешь, перед выходом муж говорит, пацаны, сейчас первые 5 минут 100% забьем. Я, говорит, прям уверен. И, в принципе, да, вот минута и прям момент такой хороший. Футболист хороший муж, как коллектив хорошо влился. Да, слушай, знаешь, что изначально, когда, при том, когда мы... И Диме Егорову, честно, большое спасибо, да, то, что он позвонил нам первым, сказал, ну, про ситуацию, говорит, мне, говорит, Викторович, тебе первому звоню. Я говорю, Дим, честно, спасибо. Я говорю, давай сейчас мы решим с руководством, поговорим. И, в принципе, нам нужен был такой футболист, который, знаешь, сильно ментальный, то есть готов постоянно, не готов проигрывать. Здесь, знаешь, по мне это дорогого стоит, когда у тебя есть такой футболист в команде. Ну и плюс, да, фантастические скоростно-силовые качества. Вообще просто бомба. И плюс, знаешь, этот характер, эта ментальность, вот это победителя. И
конечно, нам он очень, очень помогает. Хотя он вышел только первую игру в составе. До этого там, ну, была небольшая там микротравма, и там в следующую игру вышел на замену. Ну, и здесь, в принципе, сейчас играет в составе. Честно, очень доволен его игрой, и приятно, да, что дебют его пришелся на нашу победу. Хотя победа была, ну, очень нелегкая. Да. Моменты были, да, но, в принципе, да, знаешь, как и всегда в таких играх, гол открывает игру, да, и когда да. вот этот счет 0-0, он продолжается, то есть оставляет соперника всегда в игре, и идут сложно, просто конечно. Волнение идет. Да, просто понятно, волнение, да. Понятно. Футболистов тоже можно понять. Одни хотят забить, другие там не хотят пропустить. Угу. И всегда есть большой риск, да, с чем сталкивается постоянно Манчестер Сити. Они вроде всегда с мячом, но постоянно пропускают голы на контратаках. А стандарты и контратаки, ну, даже сборная водокачки будет опасно. Ну, что во втором тайме? Там, конечно, явный офсайд был, но где-то там после небольшой ошибки могли там наказать. Да, могли. Хотя, честно, вот со стороны, где стоял я, мне не казалось, да, что там какой-то офсайд. Я думал, там просто мы сами ошиблись. Ну, ты сам видел потом в повторе, да, что там он метровый был, как показалось потом, оказалось при просмотре. У Глушакова очень много моментов вчера было. Там бил был настроен. Ну, хорошим моментом вратарь у них отбил, да, когда Глушак справа пробил, там перевел в перекладину. Ищу. Да. Вот он. Вот он, да, вот хороший момент. Очень хороший. Ну, Денис этим и славился на протяжении. Как он достал, кстати, вообще. Ну да, очень хороший момент. И такой падающий, такой мяч, уходящий. Да, да. Угу. Вот этот повтор просто очень красивый. Вот это, ну, да. Лотос, честно, хочу отметить, в принципе. Плюс-минус понимал, да, а за счет чего они будут играть, что будут стараться нас выманивать, да, начинать через короткие передачи. И отрезать. Да, тем более знают, что мы, в принципе, там стараемся прессинговать, и, в принципе, они этим пользовались. Ну, достаточно неплохо. Неплохо пользовались, там, учитывая, что там Кирилл Дубников боролся за эти мячи. Неплохо, то есть, ну, не скажу, что было легко. В обороне нам точно было нелегко, но учитывая, да, что мы там на спринтах пробежали 1500 метров, это не говорит о том, что для нас была легкая игра. Ну, конечно, да. Ну, вот он на сайте здесь есть, поэтому, ну, был. Как пример, Лотос пробежал 1400, что говорит тоже, то, что, ну, мотивация у футболиста была достаточно высокая. Ну, Лотос, кстати, да, ну, какой прям такой, не скажу, что разочарование, но по факту, как хорошо начали, две победы. Поначалу вообще ярко атакующая игра, создавали моменты. Но, честно говоря, мне так казалось, они были очень сильно заточены на атаку. Как казалось, я всегда говорил здесь, что не хватало баланса. Ну, знаешь, идея классная, идея прессинговать постоянно. Ну, реально, мы видели, что эта идея работает. Но в турнирах на дистанцию, мое сугубо личное мнение, это сложно. Где-то потом раз оступился, два оступился, и уже начинается сложнее. Я где-то, не знаю, слышал, правда или нет, что есть такая фраза Фергюсона, или я в книге даже читал, что отдельные матчи может выиграть атака, но турниры выигрывает оборона. Я тоже так считаю. Да, 100%. Одну-две игры как раз Лотос выиграл за счет атаки, но дистанцию оборона важнее. Как бы это не мое высказывание, мне кажется, оно принадлежит Фергюсону, где-то я читал. Так и получилось. Кстати, вот низкая результативность. С чем ее связываешь в этом сезоне? Ну и второй сразу просто это хорошо, плохо. Ну, понятно, что для зрителей, понятно, не очень. Ну, давай, для зрителя не очень, для команд и для тренеров, я думаю, интересно то, что у тебя уровень сопротивления он постоянно высокий. И посмотрим на счета в матчах, да, 1-0, ну, конечно, 2-1, да, особенно, там, когда ты 3-2, играет, и то там между собой, мячом, да. То есть все достаточно неплохо организованы в обороне и где-то, знаешь, больше закрываются, играют такой закрытый футбол, там, от надежности. Ну, понятно, то, что сейчас все в погоне за результатом. Что бы мы ни говорили, что мы хотим там играть в атаку и так далее, там, каждый из нас прекрасно понимает, что там сзади сначала должен быть порядок, а потом уже впереди там посмотрим. И за счет того, что, ну, условно, тренерский там коллектив усилился, да, в лиге? Ты считаешь, нет, ну, естественно, 100%. Посмотри, у нас там тренеры, да, которые там работают в лиге. Панов, Медведев, они еще вчера, я говорю, что они в золотом, там достаточно, в буферной там зоне работают. Высокий уровень тренеров. Понятно, что уровень футболистов вырос, соответственно, ну, какой следующий шаг, да? То есть уровень тренерского, тренеров, да, он хочешь не хочешь, он вырастет. В любом случае, и там сейчас даже там Колванов пришел, да. По-другому никак, да, то есть претендуешь соответствию, и все стараются соответствовать, там десятка он Рыбуса покупает, человек на чемпионате Европы играл, там сумасшедший бэкграунд за спиной, и тоже приходит и играет. Для тебя медийный футбол это вообще как? Потому что я тебя, честно говоря, ну, как бы знал, понятно, увидел твои образы, я там еще сам Кал, когда ты там видел обзор там, на теорию пришел в очках, в кожанке, да, вот это твои... Нет, там интересно, знаешь, как я на теорию пришел нормально, я пришел в экипировке Амкала, заходит, у нас была теория, мы как раз там разбирали, мы пропустили этим красным мячом от Баса, и там поделил команду там на группы, чтобы каждый напишет, что для них значит стандарты. Ну и мы
пришли, все сели, идет Филипп Воронин в этой кожанке. Вот оно что. Я говорю, ё-моё, Филипп, ты вообще с какого-то... Я тут конечную стадию, походу, увидел. Ты с 90-х, что ли? Я говорю, блин, тебе бы сейчас очки, вообще было топ. Он так смотрит мне, Викторич, у меня есть очки, достает очки. Я, короче, померил. Там Карат сидел с кем-то, говорит, Викторич, надень куртку. Я надел эту куртку, а там Толя Катарич, он там в углу сидит, блин, и начинает снимать на видео. Ну, и думаю, ну ладно, что пришлось, знаешь, такая спонтанная ситуация, пришлось... Там, блин, вышел, ну, что-то ты, сказал. Честно говоря, ты узнаваемый тренер, ну серьезно. В том году в БАСе, помимо, у вас команда была симпатичная, твои образы, твое поведение, ну прямо, ну это как это, ты наиграно или, не знаю, как это, да нет, слушай, нет, это спонтанная ситуация. Ну вообще, да, как образ появился я сейчас, да, сказал, что там, и потом да, после игры мы Матч ТВ выиграли, пацаны говорят, Викторич, надо, короче, кто-то, не помню, или Герман подошел, или кто-то спас, Викторич, сейчас включим эту песню под бумеры, наденьте куртку, типа, и выйдите оттуда с тренерской. Ну я, короче, вышел, как бы, ну и оттуда это все пошло. Ну а в БАСе, как бы, ну понятно, что нужно как-то медийно было, ну не для себя, это понятно, это понятно для команды, что, ну, медийно надо бы как-то было привлекать к себе внимание, чтобы мы были там, понятно, хорошо, что получилось, что мы там по футболу были, как команда были достаточно интересны, хотя тоже там, знаешь, на таких качелях у нас тоже с БАСом попадание в плей-офф вообще решалось из-за челленджа, и мы там в итоге... Мы не выиграли, выиграла другая команда, но за счет того, что другая команда выиграла не Лотус, мы как бы прошли Лотус, да, там, да, или кто, не помню, я помню, там был, или Деньги Рокетов, кто-то из них. Мы в итоге вышли, да, здесь тоже там опять, да, все дотянули до последнего тура. Ну и, в принципе, этот образ был просто, ну, там, ради команды, хотя, честно, я даже вышел на предыгровую тренировку, у нас была перед БАСом предыгровая тренировка, я вышел в этой кожанке, в этих очках, чтобы, ну, чтобы ребята поняли, потому что завтра я выйду вот так, они скажут, что вообще дебил, что ли, блин. А, кстати, ситуация с Васиченко сейчас вспоминаю, я просто почему вспомнил, он рядом, там где-то рядом стоял в песне в этом хоре. А насколько она повлияла в худшую сторону, ну, для коллектива? Или вообще никак не повлияло? Я не скажу, надо всегда искать положительное. Конечно, я, в принципе, всегда говорил, что как с футболистом, там, когда у Васи был на подкате, что там с Гайнулиным, с Васиченко, как с футболистами, честно, очень хотелось поработать. Ну, эта жизнь получилась так, как получилось. У меня с ним, в принципе, нормальные отношения. Ну, так бывает. Я, честно, рад за него, что он там счастлив в другой команде. И там мы все помним, да, тот гол когда-то он забил, да. И... Мало молодец еще. Хорошая комбинация, кстати. Так хороший гол такой, знаешь, да, такой, да, чисто так, футбольный, так еще передачка, так, в линию, так прием хороший. Еще бы Дросс вне игры не стоял, вообще было бы бомба. Ну и Комис Виталий молодец здесь, конечно, отдал, да, нашел. Очень хороший сезон, да, Комис? Ну, да, да. Ну, в принципе, Комис мне очень нравится, да, в середине такой тонкий, креативный футболист, который вот такую передачу, он может ее отдать. То есть кто-то будет там бить, искать какое-то там сложное, да, решение. Да. Он, хотя у Виталия тоже бывает, он бывает, когда можно пробить, он хочет отдать эту передачу, да, он нацелен, да, на эти передачи, но здесь передачи, конечно, хорошие. Кирсан, прием такой, приемом, знаешь, прием вперед, так. Хороший гол такой, знаешь, чисто футбольный, мне, честно, такое, знаешь, эстетическое удовольствие получил от того гола, который мы забили. Ну и после его так достаточно уверенно довели до победы, да, я так понимаю? То, что ну да, там вот Серега, да, забивали, вот на выпустил центрального защитника нападающего, потому что понимаешь, что сейчас будет навал, навал, и надо... Да, понятно. Мы тоже будем чуть-чуть упрощать игру, что он будет бороться за эти мячи, когда я выпускаю, говорю, Серега, надо за весь верх там зацепиться. В итоге он момент мог забить, я ему после игры говорю, Серега, ну, ты вышел, ты красным мячом, забей гол. Он говорит, Викторич, какой забей? Вы мне что сказали? Сказали зацепиться за все мячи, но я за них и зацепился. Я говорю, все, Серега, в следующий раз буду говорить, что надо забивать еще. Подводя итоги группового этапа, я действительно, не потому что ты в гостях, а потому что, ну, вы действительно заслуженно вышли в плей-офф, а Лотус хорошо начал, но по дистанции все-таки не хватило. И я сразу говорил, что все-таки баланса не хватает. Действительно, правильно, ты говоришь, что где-то в оборону не дорабатывали, поэтому, наверное, смена тренера произошла, тоже, наверное, помешала им. Ну, и Сасхан Маратович, ну, наверное, не хватило времени, ну, никак, наверное, 100% да нет, конечно, не хватило, конечно, времени выстроить это 100%, но свой футбол поставить, ну, поэтому тем более команду, которую там собирал не он, да, там многих он, наверное, может быть, не знает, хотя Маратович, в принципе, знает всех медиа в футболе, но все равно здесь это сразу, знаешь, тебя в печку кинули, уже сезон идет, там сложно. Было бы еще несколько игр, там, да, там игр, да, 6, конечно, то да, конечно, там, я 100% уверен, Маратович бы там исправил, наладил, но и в целом, я считаю, с нами они достаточно неплохо играли, даже... Они там... предыдущие с Рокетами уже, ну, намного лучше выглядели. Там два стандарта решили. Ну, два стандарта, сам понимаешь, это, ну, за неделю точно невозможно тренировать. Ну, поэтому да, 100%. Обидно, что вот второй сезон без плей-офф, но
Ну, у них и планы, я думаю, там... Долгосрочные. Да, долгосрочные, да, и поэтому... понятно, что... Я думаю, они все понимают, что невозможно там... Все команды, да, которые заходят, да, в лигу и заявляют, да, вот мы сейчас, да, выиграем лигу, вот мое сугубо личное мнение, что ни одна команда вот так вот, которая зайдет в лигу, она сразу не выиграет ее. Это 100%. Здесь свои правила, свой такой контингент достаточно специфичный. Это очень сложно. Даже команды Гранда, да, которые там... Ну, как Амкал, да? Да. Возьмем, как, да, Амкал, сколько лет они в лиге, конечно, да? Угу. Даже у них есть сложность. А новой команде зайти, мне кажется, без шансов выиграть сразу. Ну, я уверен, что с Аслан Маратовичем Лотос точно станет сильнее, поэтому желаем ему успехов. Двигаемся дальше. Тут рос Титан. Давай. Перед вами играли, да? Да, они перед нами играли. Но, на самом деле, я смотрел, ну, да, они даже выше в футболках Fight Nights, Титан. Ну, и по содержанию, ну, прям совсем похожая игра. И даже слушал комментатора, говорит, ну, мало моментов, такая вязкая игра. Ну, прям такое тренерское противостояние. Медведев так хорошо выстроил, дроты так были хороши на мяче, хорошо начали, там давление, ну, игра выровнялась. Прям сказать то, что я говорю, что как будто смотрел нашу игру с ними. Плюс-минус, без явного преимущества, качели туда-сюда. Моменты создавались прям такие, но и супергиревых не было. Кстати, Титан как-то, если следишь, стал это более такой футбол при Медведеве? Слушай, сложно сказать. Не так много игр прошло, чтобы там заявить, что, да, да, что при Шамиле это была чисто оборонительная команда, сейчас при Медведеве это чисто атакующая. Нет, понятно, потому что там какие-то новые там тренерские идеи, там принципы игры поменялись. Понятно, что тоже команде нужно время. Но в целом у них есть костяк. Есть достаточно квалифицированные футболисты. То есть... Очень хороший подбор футболистов, на самом деле. Да, то есть им подстроиться, я думаю, под нового тренера проблем нет. Но... Хотя, если честно, там статистика Шамиля, да, достаточно в лиге, это очень впечатляюще. Да. Тут да, как говорится, и спорить не о чем. Ну, и вот дроты были чуть так, может, получше с мячом. Ну, здесь очень спорный момент, такой прям на тоненького. Ну, мне показалось, небольшой офсайд был. Ну, тут вопрос опять трактовок. Он и во втором тайме с рукой. Вопрос трактовки. Был пенальти, не было, поставили. Не засчитали гол. Опять же, там очень сложно понять по повтору. В телеграм-канале какое-то фото выставили сверху от кого-то подписчика. Там прям явно он был в осаде, Валера, в сломах. Слушай, я тебе знаешь, что скажу? С Виталием Петровичем Мешковым разговаривал. Тоже было интересно. Не помню какую-то нашу игру, когда там вне игры. И показываю момент. Он говорит, что ты мне показываешь? Я говорю, ну как? Премьер-лигу уже судишь, посмотри. Он говорит, слушай, вот эта вся ерунда, которая там сверху, вот эти камеры, да, они, говорит, на самом деле очень сильно искажают картинку. Там, говорит, возможно, там чуть ли не до метра, то есть есть запас, а она картинка показывает, да, по-другому. Да, да. Вот я говорю, там прям теперь... где-то фото какое-то есть, что он там явно в осаде был. Эту игру, на самом деле, раскрыл пропущенный гол от дротов, потому что плюс-минус, не знаю, никто не хотел особо рисковать, такая вязкая равная игра, и Титан с пенальти чуть позже забьет гол. И после этого дроты прям действительно включились по-настоящему, начало прям действительно хорошее давление, и они... Ну, опять же, как мы с тобой говорили, да, гол открывает игру, да, и чем раньше там ты его забьешь, там, тем, возможно, легче будет тебе. Да-да, ну, здесь пенальти, опять же, вопрос трактовки, был, не был, вот это... На откуп профессионалам оставим, которые вот разбирают, если поставили, значит, они посчитали, что так должно быть. Здесь очень хорошее исполнение Бирюкова. Ну, Беря, в принципе, там славится, да, пенальти, да, исполняет хорошо. Ну, не только пенальти, там штрафные. Тут, а на кале этой игры, понятно, то, что срыв Дмитрия Викторовича Кузнецова, понятное дело, что 7 минут до конца и оставаться без полуфинала очень не хотелось. Может быть, это и эмоциональный всплеск где-то и команду подхлестнул. Ну, возможно, в принципе. Там... Потому что еще раз говорю, после удаления, после гола, это был уже другой дрот, который действительно побежали атаковать, прям создавали давление хорошее. Но тут и у Титана 2-3 момента могли убежать в быструю атаку, просто не получилось. Были прям большие свободные зоны, где они ими не воспользовались. Алан Маратович вышел, конечно, да, просто. Предголевая, которая? Да, да. Честно говоря, Маратович с нами выходил 2 раза на, не ошибаюсь, 3-4 минуты, и он отдал с нами 2 предголевые передачи. Вот он отдал, когда забросили, там мы играли в «Большом москвиче», предголевая, и отдал перед угловым, там такую забросил, то же самое, который там прострел на угловую ушел. Ну, мастерство у него все-таки, да, очень высокое, все-таки человек на высоком уровне играл и не один сезон. Ну, здесь, конечно, тоже передача стиля, она, конечно, прям попала в голову. Ну, стиль всегда такая. Там, да, там просто нужно было голову подставить. Волшебная левая сейчас была, да. И вот эти, конечно, эмоции дорогого стоят. Этот гол выводит дротов напрямую в полуфинал. Я считаю, они этого заслуживают, так как они в личной встрече с нами, в нашей серии нас обыграли.
Поэтому, наверное, заслужили полуфинал. Был, кстати, как бы вариант, если бы они не проигрывали, они выходили бы опять с нами, играли в 1-8, если бы не хватило трех минут. Было бы вообще, мне кажется. До очередного фантастического противостояния. Я уже даже где-то руки потирал, думал, вот это да, это опять медийненько будет. Следующее, разберем нашу игру с Рокетами, опять же, которая вызвала бурю споров, что мы там скатали специальную 0-0. Но еще раз говорю, кто был на этой игре, видели эту рубку, видели, как Кудряш с Лугашом, не бережа себя, как правильно сказать, не берегли себя в единоборствах. Там Кудряш вообще все единоборства выиграл. Еще раз говорю, что здесь как раз наоборот значимость победы была очень высока, и никто не хотел рисковать. Тут наоборот не то, что как бы никому ничего не надо, тут все боялись ошибиться, потому что очко оставляло в игре, как и получилось, а поражение, все это железный вылет из турнира. И опять же, как мы говорим, команды все организованы, узвездены, на самом деле, они по ходу турнира очень сильно прибавили. Я смотрел Rocket Team поначалу и сейчас, но они сейчас намного организованнее, как команда. Не, ну да, Сергеевич там выправил ситуацию, честно, я не сомневался, да, что там на дистанции, то, что они вначале там были внизу таблицы, и там многие говорили там, да, не, все, эти руки никуда не выйдут, это не команда. То есть, у меня было, ну, понимание, что... Мне единственное было сомнение, хватит ли Звездину времени. Единственное, что то, что с ним команда станет сильнее, у меня сомнений не было. Ну, хватит ли это времени, чтобы там сколько, 7-8 игр, вот это у меня были сомнения. Но еще раз говорю, по нашей игре, конечно, они очень компактно играют, за спину пытаемся бежать, эти два защитника Кудряшов, ну, на удивление, Кудряш с Лугашом просто фантастическую игру сыграли, они там всю борьбу выиграли, все, что там за спину давали, они там все почищали, молодцы. Ну, там... и справедливости ради, на Малом Москвиче достаточно тяжело, немного пространства, да, куда бежать за спину. Да. Если там в зорком, да, в Красногорске играть, то там, да, пространство чуть побольше, там есть куда разбежаться, разогнаться, а здесь сложно. Такая прямо напряженная игра, которая, в принципе, так и катилась на любую ничей, потому что, еще раз говорю, что борьбы много. Ну, опять же, на Маленьком Москвиче, правильно, ты говоришь, если две организованные команды, здесь прям тяжело создавать моменты. Здесь такой момент спорный, где вроде, может, был локтем, попал, не попал, но скорее нет, чем да. Потому что точно это не преднамеренно было. Ну, тем более до мяча не добирали. Но, блин, если в таких моментах, знаешь, стоит пенальти, да, это согласен, вообще согласен. Уже... Мы брали челлендж, но потом поняли, что зря его брали, в принципе, да. Что любой бы, наверное, да, на вашем месте брал этот челлендж. Если есть возможность использовать эту попытку, то ее надо использовать. Ну и самое большое, как говорится, итог разочарования этой игры, что да, мы вышли в плей-офф, но не заработала команда 1 000 000 рублей, все-таки премиальные, для пацанов никто не отменял. И тут, говоря о том, что мы не хотели, ну точно пацаны хотели заработать эти деньги, и пришлось Камилу 500 тысяч отправлять на счет Амкала. Ну. Не отдать пацанам нашим. И может быть сейчас нужнее. Ну здесь по буллеталити мы... Уступили, не забив 2 пенальти. Ну, это лотерея. Это лотерея. Знаешь, да. Там кто-то, я смотрел после игры Яруса, сказал, что мы готовились, мы знали. Ну, и... Кто куда бьет, да, ну, да. Честно, это смотрел. Понятно, что ты готовишься, там примерно понимаешь, но у нас, как пример, да, когда мы играли с текстильщиком, посмотрел все пенальти всех игроков, которые за всю жизнь били. В матч-дэй все вставили, все распечатали, все это. Просто било 5 человек, которые никогда в своей жизни не били пенальти. Да, мы готовились к этой серии, да, мы тренировали там эту серию пенальти, но видишь, как получилось. Вышли те люди, которые в жизни никогда не били пенальти. Чистый Питер с Демедиа удалось посмотреть, нет? Да, Чистый Питер смотрел. Мне нравится Чистый Питер. Да, кстати. Интересная команда, интересная у Бушуева такая идея, да, там. С ними, честно, нелегко. Мы с ними играли 2 раза, вообще нелегко. Как у них поначалу результаты были не очень, но по игре они были хороши, честно говоря. По игре говоря, были да. хороши. Их просто, знаешь, вот эта игра с Демедией, когда они дома проиграли 1-0. Они были сильнее. Они были сильнее, просто не забили, пропустили этот гол такой, ну, не обязательно, да, там, ошибка перестроения линии обороны, да. Но в целом они игрой владели. Ну, у них начало вообще было, они там как-то еле-еле банку обыграли, непонятно, почему с такой игрой они так их еле осилили, там в конце забили. Потом у них игра, по-моему, с Лотосом была, которую тоже они там создавали моменты, какие-то штанги, незащитные голы проиграли. И потом еще вот это с Демедио домашнее. Я представляю, что они тоже психологически, как ты говоришь, это они где-то могли подпросесть психологически. Ну, молодцы, но исправили ситуацию. Молодцы. В принципе, подбор футболистов-то достаточно хороший. И по игре они очень хороши.
По игре, да, по игре очень нравится. Они играли предыдущий тур, они там в 10-й минуте там такое давление на Демедио оказали, что там 3 гола забили, но они не то, что его случайно, действительно, там Демедио накрывали раз за разом в высоком давлении, заставляли ошибаться и создавали моменты. Здесь тоже они, конечно, такого разрыва не было, но они все равно играли с большим преимуществом. Эти команды между собой по факту решали, кто из них выйдет. Ну, если уж там откровенно, то если из этих двух команд, то, конечно же, чисто Питер больше заслужил даже по личным встречам, потому что они играли 3 игры, и во всех 3 играх преимуществом владел чисто Питер, таким причем достаточно большим. Ну, форму поменяли, новую форму на фарты, и все, и сразу же мяч покатился, и в итоге добрались до плей-офф. Демедио было пару очень неплохих игр, когда они там с Титаном, ну, скажем так... Свет Энерджи хорошая игра была, у них когда там две штанги или две перекладины. С Титаном они выиграли. Они, в принципе, играют все время в один футбол, они так отдают мяч, хорошо его держат и на быстрых атаках выбегают. Они там с Титаном так забили 20, с чисто Питером также. Но все-таки не хватило им. Здесь в самом конце очень хорошая атака. Может, ну, Питер вообще, они за счет флангов, знаешь, эти взаимодействия на флангах. Там они вскрывали вот эти... 2-1-3-2, они очень хорошо решают эти эпизоды. Как раз вот это в полуфланге всегда бегут за спину, как-то им прокатывают. В этой игре прям очень много так проходило. Вот эта комбинация, она даже такая там наигранная, классическая, но она у них проходит. Ну, молодец, нападающий не выключился. Да-да-да. Ну, вот они в прошлой игре тоже они накрывали наверху и создавали из этого момент. Молодец, что дал передачу, не стал бить. Угу. Чисто Питер с заслуженной победой, я считаю, также, если уж подводить итоги, ну, они действительно заслужили выход дальше. Ну, Демедио, как и начали сезон, они начали сезон с 0-5 от десятки. Так, в принципе, был у них, конечно, всплеск, когда они, по-моему, 3 игры подряд они выиграли. Да, набрали как раз 9 очков. И практически уже показалось, что обеспечили себе выход, но не хватило им этого короткого запала. Движемся дальше. Литена же Родина Медиа. Очень-очень интересная игра. Ваш будущий соперник, кстати. Первый тайм, я честно говоря, смотрел, Литена же мне очень понравились. Они прямо играли с преимуществом. Ну, вроде Родина, в принципе, часто отдают мяч, и из-за этого они особо переживают, выбегают быстрые атаки. Ну, здесь просто Литенджи смогли реализовать свои моменты. Ну, Родина умеет играть вторым номером. Конечно. Там, для многих команд, которые строят свою игру за счет владения мяча, угу. То есть им сложно, да? Как десятка, которая попала в 3 игры с Родиной и просто мучилась, не знала, что делать. Там, им сложно. А Родина себя прекрасно чувствует при игре в обороне. Уже, ну, плюс эта история, там, не первый сезон уже у них, да, у Константиновича, там, у него, там, они играют похожий, понятный футбол. Да, то есть, который там приносит результаты. Ну, молодцы, в принципе. Ну, и, да, при всем при этом вытянули игру, когда Родина проиграли в счете, мне кажется, они вообще не переживают, мне кажется, для них нормальная история. Мне кажется, им плохо, когда играют там 0-0-0 или выигрывают вначале. Вот это плохо. А когда они проигрывают, для них хорошо. В каждом туре, кстати, забивается гол, который, можно сказать, претендует на название гол года, гол сезона. Ну да, в том туре Морозов забил. Фантастический. Но здесь вообще какое-то исполнение просто... Такое, я не знаю, и в каком-то большом футболе встретишь раз в год. Здесь мы такое видим. Это, конечно, исполнение. Медийный гол, конечно, вообще просто исполнение на высочайшем уровне. Проходит минута, и здесь ошибка Мура, и 2-0. И казалось на тот момент, что Литы действительно сильнее и могут довести спокойно до победы. Потому что они и в конце первого тайма еще третий забивают, который не засчитают. Здесь ошибка Мура была. Ну, здесь там, Арс. Знаешь, чуть-чуть отдал передачу. Ну, да-да-да. Технический брак. Да, технический брак, да. Но здесь тоже достаточно медийненько. Он текилки пригубил. Видел, да? Ну, да-да, смотрел. Ну, почему нет? Видишь, заготовили, молодцы. Готовились. У них какая-то была, оказывается, предыстория. Я смотрел его интервью, что он же был вроде медиа, так понимаю. И да, был. Вроде где-то кто-то там обвинил, что он там чересчур заупотребляет. Ну, что-то как-то он сам сказал это в интервью, я этого не знал. Поэтому, типа, я доказал, что и... Ему это не мешает, короче. Но во втором тайме Родина Медиа включилась. Там включилась по-настоящему. Ну, Родина забила, знаешь, сделала 2-1 достаточно. Так времени еще было... Достаточно. Да, достаточно. Там Гуди дал передачу. Да. Ну, там, конечно, при пенальти, понятно, очевидная ошибка защитника, потому что, ну, так, в такой ситуации... Ну, там, да, там та лапка так... Ну, опять же, да, молодец, да, знаешь, пошел, там оба шли, такой момент, да, он футбольный, и, знаешь, эти риски, да, когда ты там идешь на грани, там, успеешь,
все скажут, молодец, ну видишь, получилось так, что не успел, хотя там, не сказать, что он там привез это пенальти, там, ну, по мне, это игровой момент, никто не хотел уступать. Там. Это 100%. Такой эпизод из английской такой премьер-лиги 90-х годов. Такой, да, в английской ножам. Премьер-лиге вообще не поставили бы даже пенальти. Даже смотреть не стали бы, скажешь, ну что, обычный игровой. Вот Гудин, очередное голевое действие. Кстати, Гуди очень даже неплохо подвижный. Там, вот этот момент вообще он здорово развернул. Он действительно упал первым касанием. Мне нравится гол Гуди, когда он с левой ноги банки забил. Это вообще просто шедевр. Для меня это просто шедевр. Там, я, честно же, в этом сезоне я не ожидал, что Гуди настолько технически оснащен. Вот этот момент вспомнил. Но здесь вот. Ронин Медиа смотрел в этом сезоне? Что вообще по ним скажешь? Да, слушай, играют там... Свой футбол, да? Свой футбол, да. Они подстраиваются. Они из сезона в сезон у них... Ну, а по вашему будущему сопернику Литен уже добавляют по ходу сезона, да? Ну, да, давай без конкретики, без этого. Нет, конечно, конечно, команда добавила, да, и молодцы, достаточно так. Интересно играют, в каждой игре есть моменты, то есть хорошая команда и хорошего уровня. Пенальти, который забивается красным мячом, в конце был голевейший момент, но он оказался из офсайда, там Морозов опять бил головой, в конце вот здесь мог сравнивать, ну, здесь офсайд был, ну, он действительно был. Но опять, что Галят очень шикарную передачу отдавал. Родина Медиа точно по праву заслужила выход, потому что три раза обыграть десятку, не знаю, там два раза обыграли в 1-0, и по булитам, по-моему, обыграли их. Поэтому и вообще в целом достойная игра, поэтому наш будущий соперник, будем готовиться, будем их обыгрывать. Ну и заканчиваем наш разбор тура. Игрой, которую ждали, которую, наверное, многие, это... Игру, которую ждали миллионы. Броуки, которые неожиданно для всех оказались на грани вылета, если бы банка чуть больше, можно сказать, даже где-то повезло, они могли их оставить, Броуку, без плей-офф. Ну и, конечно же, банка – это завершение сезона. Как считаешь, банка, она украшение сезона? Да, однозначно украшение, потому что там медийное, там интересно, там и понятно, что болельщики приходят у них на каждую игру. Ну а по-спортивному, как считаешь, не нарушит? Так вот, что, ну, действительно, кто-то там 2-3 раза сыграл с банкой и набрал там 6-7 очков. Или это опять же... Это все стереотипы. Ну вот Рокет сыграл с банкой 2 раза, и что? Да, да. Я, честно говоря, смотрел банку с Броуками и думаю, блин, если сейчас мы с банкой играли бы, не факт бы, что мы их там в основное время обыграли, но все может быть. Но действительно, у них собраны хорошие футболисты, они известны в медийном футболе. Ну, вышел там Нагучев на 2-3 минуты, условно, в какой-то игре. Ну, это в конце, они уже бусы выпускают. Мы тоже с ними нелегко, первый тайм у нас с ними 0-0. Да, да, я смотрел. У них подходы хорошие были. Подходы были, там угловые, там штрафные у них, там контратаки неплохо выбегали. Один из самых запоминающих матчей, то есть матчей, момент в матче, это... То, что Шама повесил, пригвоздил свои бутсы на гвоздь, действительно хорошая задумка. Это я Шаме сказал, кого встретил. Интересно придумали. Не, ну у них, в принципе, такие интересные перформансы. Да. Чего стоит перформанс брата моего? Стоит, хотел бы вспомнить. А ты как бы знал, нет, скажи честно? Да, нет, конечно, не знал. Это прям был сюрприз, серьезно? Ну, для меня, да. Блин, круто. Для меня, да. Я честно скажу, я так узнал, что есть родной брат. Я сам узнал об этом перед игрой. Молодцы, молодцы, парни, креативно подошли к сезону. Еще бы где-то вот пару хотя бы ничеек зацепили в спортивном плане, а у них были эти возможности. Они из The Media там, ну, прям реально были близки к ничьей. Я скажу, они даже больше ничьей заслуживали, чем поражение тут. Поэтому вообще было бы топ. И здесь опять же скажу, что поначалу там Броуки, да, там создали там давление, моменты создали, забили, а потом как-то игра подвыровнялась. И не скажу, что прям какой-то в одни ворота, и так все однозначно было. Здесь Мазур не забил, хороший момент. Ну, похоже, как, знаешь, как мы очень пропустили. Похож с вами, да. Так, на второй темп передачи, да, там Мазур всегда туда бежит, и не один гол он уже такой забивал. Ну, тут Мэджик исполнение. Хороший гол. Да, хороший, согласен. Головой играет просто шикарно. Цепляет за все мячи, небольшого росточка, но за счет понимания, за счет выбора позиции. Не, у Броков вообще достаточно сильная команда. То, что там Дима говорит, что у них какие-то там сложности, там и Егор. На самом деле, там здесь то, что я видел, нет, не так. Может быть, там, знаешь, эмоционально он как-то после все-таки они, после 6 финалов, все-таки, конечно, они выиграли, конечно, это, да, чемпионство, да, выиграли, да, заслуженно. И, может быть, какие-то стали чуть завышенные ожидания, может, он ждет что-то другого, но в целом команда. Не, игра хорошая, пока неоднозначный сезон, потому что очень много ничьих, и при том они так вроде со всеми играют на равных, никому не уступают. Ну и мало с кем они там большим преимуществом, с теми слетами, они там равная игра, ну и с многими. Ну, слушай, сейчас уровень лиги такой, да, что да, хоть одну игру назови мне, что кто-то с кем-то сыграл с явным преимуществом или явно первым номером. Да. Я так даже ни одной игры не вспомню. Не вспомню, да. Тут 100%. Лига подравнялась, и это круто. Проходных матчей нет? Проходных нет, договорные появились. Здесь мне нечего добавить. Я свою позицию уже высказал.
Медийный оператор дебютировал в большом футболе, что тоже достаточно интересно. Он мяча коснулся? Честно говоря, смотрел там на стадионе, как раз перед нами игра была, но не видел, коснулся или нет. Но изнутри чувствовался нерв. И чувствовал, что и Броуки во втором тайме, они прямо видно нервничали. Потому что изнутри, потому что понимают, какой красный мяч, залети какой-нибудь стандарт гол, и потом попробуй забивать второй. Тут даже, знаешь, 2-0. То есть в профессиональном футболе ты понимаешь, что там 2-0, и да, игра, конечно, закрыта. Да, да. Ты понимаешь, что один ты пропустишь, но два точно нет. Но здесь с этим красным мячом, я не знаю, какой еще должен быть. 4-0, чтобы ты успокоился. Потому что 3-0 даже, он не дает никакой... Вообще никакой. Забивает красным, и забьет еще там таким простым. Конечно же, круто. Фил Воронин с камерой. Кстати, это прям действительно, это красный мяч, это тайм-аут, это прям такая фишка медиалиги, которая уже прижилась, и мне она очень нравится. Скажи, а тебе какие бы ты был нововведения, допустим, чисто теоретически, если тебя спросили бы, большой в проф-футбол вел бы? Отсюда забрал бы. Тайм-аут, допустим, не знаю, или что. Тайм-аут, мне кажется, да, потому что как возможность повлиять, да, на какое-то там тактическое построение команды, потому что ты, на пальцах можешь объяснить, но не все футболисты, да, они поймут тебя. То есть понятно, что футболисты, которые там мышлением, пониманием, да, обладают какие-то, то есть они понимают. А есть люди, которым ты покажешь, ты должен бежать сюда, он смотрит на тебя. Понял? Я все понял. Игра начинается, он вообще не понял, что делает. И у нас там, каждую теорию проводим, по средам теории у нас, и, какие-то вещи постоянно одни и те же говорим, да. Понятно, улучшаемся, однозначно улучшаемся, но все равно это не сразу. И, то есть здесь нужно показывать эти моменты, потому что там на фишках показать может быть мало. Что тебе нравится? Красный мяч нравится? Красный мяч? Да, в профессиональном футболе, конечно, никогда не будет красного мяча, потому что это... Кайфать, да, согласись? Да, я здесь в медийный футбол зашел, я тренировал команду с регионом молодежной лиги, и я даже на тренировках красный мяч водил. Потому что на тренировках, знаешь, там часто 4-0 проигрывает команда, и все уже в конце. А там я говорю, красненький мяч, там какие-нибудь условия, и действительно один забивает, и ему эмоциональный порыв. И я понимаю же, действительно, в тренировочном процессе это помогает, что до конца я счет бы, знаешь, здесь что еще сделал, как, по-моему, Саня Такило сказал, что если пенальти, да, два пенальти. Здесь я с ним 100% согласен. Я думаю, в следующем сезоне Дима Картал 100% это сделает. Это будет так более справедливо. То есть мы же уходим же... И более даже интереснее. Два пенальти пробить, это вообще медийный. Два подряд забить. Это кажется, что легко. Нифига не легко там два подряд забить. Сильно два подряд не забьют. Вот это вообще топ будет. Да, и такое тоже будет, я думаю, 100% будет. Надеюсь, что не в наших командах. Тут, может, кто-то нам не забьет, а да? Это тогда это нормально. Но если там ты не забиваешь два пенальти, хотя... Нововведение, которое это в Кубке Надежды были, ты их видел? В общем, понятно, 9 на 9 офсайда мы убираем без офсайдов, а ауты? Ауты ногами? Почему нет? Интересно, в принципе, да. То есть это... Так глобально это не повлияет на ход игры. То есть, по сути, это тот же самый стандарт с полуфланга там, или с фланга, да? Ты также можешь пропустить любой стандарт. Вот это, без вне игры, так себе история. По тому, что Дима говорит, что команды должны там, начинать... При 1-0 начинать, да, пробили. Они хотят там пробить пенальти, да, перед игрой? Также какой-то вариант, я так понимаю. Тут как-то, наверное, я бы оставил бы эту историю, но тогда нужно выбирать либо пенальти, по мне, либо пенальти, либо булеталит. Чтобы не жребием, да? Чтобы люди могли подготовиться. Хотя можно даже не готовиться, рандомно, то есть он там выйдет, подбрось монету, пенальти будет или булеталит, каждый, по одному пробьет, то есть там ты забил, я забил, все, значит 0-0. Да, конечно, если там я не забил, ты забил, значит все 1-0, чтобы вот так было это. Потому что так, как сразу как-то начать просто там ни с чего-то, и 1-0, там столько споров у нас и так, и споров не меряют. Там драки будут, наверное. И, естественно, не серия из трех, потому что она может затянуться минут на 10, и перед игрой стоять там 10 минут, нервничать, тоже такая себе история. Да, вышли там на построение, так все там встали, и бровку, вообще пусть бровка стоит там, подальше, потому что ты сам знаешь, что с бровкой ты самый, наверное, сколько у тебя удалений было? Ты, наверное, за футбольную карьеру свою как тренер, если даже как футболист, как тренер сложить, 100% столько не было. Три, одно за себя, наконец, хоть за себя удалился, хоть не так обидно, и три за бровку, да. За себя обвинил бы кого-нибудь, что я спровоцировал кто-то. И Броки, естественно, здесь как раз шикарный момент, штангу попал, Барка могла вообще до конца интригу сохранить в чемпионате. Чуть не повезло. Ё-моё. Хорошо, в стиле Гуди. Гуди такие, с левой Гуди такие решают. Да, согласен, оно отличие. Тут понятно, Броуки явно 100% заслужили выхода. Кандидаты главные на, как ты думаешь, Броуки остаются? Однозначно остаются. Достаточно сильная линия атаки у Броуков. Да, у них там, по мне, не супер оборона, но она очень такая...
ну, точно выше среднего, не сказать, что слабые, но они чемпионами со слабой обороной не становятся. Просто атака, знаешь, у них атакующие действия, ну, по мне, там, сила атакующих действий, она, конечно, превалирует над их обороной, но они достаточно организованы. И что мне нравится, у них там и Черный, и Жекич играют. Знаешь, они в простых ситуациях, они не пытаются сохранять мячи. Да, да. Вот если нужно выбить в аут, они выбивают в аут, и они прекрасно, ну, делают осознанно, они понимают, что я сейчас начну там останавливать, кому-то отдавать, пропустим какую-то эту быструю ответную атаку, 0-1, он просто в аут выбил, и все. И здесь в этом плане молодцы. Броки, это, да? Это как в детстве, меня так учили футбол играть. Сложно, выбей в аут, расставили, все хорошо. Да. Там, ну, видишь, старт, иногда сохрани. Простые вещи, их делать сложно. Да, согласен. Лучше же попытаться кого-то обыграть. Ты же думаешь, что вроде сейчас отдать эту передачу низом на 70 метров между двумя линиями, ну, которых, в принципе, не бывает. И в целом все ошибки, они же в основном бывают в этих простых ситуациях, там, 2 в 1, 3 в 2, где там футболисты высокого уровня, они решают эти моменты за счет простых движений, там, простых приемов. А футболист чуть там ниже уровня, он хочет отдать эту разрезающую там между между трех. Ну, блин. Потому что он в своей голове нарисовал такое, что да, я сейчас... Да, там схема вот вообще здесь, с ума сойти. Вот, сейчас побежал, это расступился, я, ну, да, есть такой... Для меня фаворит там Кал, 100%. Броуки остаются, по мне, фаворитом. Ну, я думаю, там в полу... вот те команды, которые попадут в полуфинал, там не будет явно, что скажут, что вот там из этих четырех команд, да, что да, одна команда явно там 100% выиграет. Мне кажется, вообще плей-офф это уже отдельный турнир тут. Да, слушай, здесь... В нашем турнире, где вообще все игры, ну, условно, на перетяг, так нам можно сказать. Тут. В отдельно взятой игре, в играх на вылет, все что угодно. Пример, в Амкале мы с дружиной сыграли 3 в 3. Их 9 человек на поле. 9. Мы 3-3 там еле вытянули, эти булетальцы. Я думаю, ё-моё, как такое может быть? Я просто там смотрю, думаю, там кто играет вообще? Ну, счет 3-3, они нам 3 забили, то есть был сложен. Там с Броуками четвертьфинал тоже опять по буллеталити выиграли. Там, это когда там, фантастические буллеталити. Да, Шаюн, да, то есть, ну, такое невозможно придумать. Да, мы там в той игре мы по футболу были сильнее, но Игорь Сергеевич при такой игре, если ты довел свою команду до серии буллеталити, там, снимаем шляпу перед тобой, что ты сделал все. То есть, ну, а дальше уже там просто, ну, это явно там, точно дело случая, там кому как повезет, где-то там фартанет, не фартанет, у кого там нервы поспокойнее. Также в вашей игре там Заур тоже уже обыграл вратаря, я уже думал, а все, гол. Вообще ничего обыграл, не говорим, там, да, там ярус уже упал, там бах, и как-то получилось так, что не забил. Завалился уже. Как он так ярус, во-первых, так с такой сложной ситуацией сумел стать так быстро? Не отвалился. Нет, до конца. Ну, молодец, да. Молодец там. Твой тренерский, как сказать, опыт в медийном футболе, это что? Ты, какая твоя цель, желание, мечта зайти там, не знаю, там, в профессиональный футбол? Нет, конечно, однозначно, я как бы никогда не скрывал, у меня цель там работать в профессиональном футболе. Понятно, да, что там, ну, невозможно совмещать профессиональный футбол и там работу в академии, это нереально. Конечно. В принципе, невозможно, это конфликт интересов. Конечно, да, мечта работать в профутболе, но медийный футбол это в плане того, что там, ну, какое-то развитие, да, как нет, тренера, это потому опыт, что на здесь, самом деле, ну, здесь опыт. Такие ситуации, с которыми ты в профутболе, ты, блин, за 10 лет просто не столкнешься с такими ситуациями, что здесь у тебя может просто приключиться в одной игре. Здесь надо все это так оперативно решать. Там, вот эти да, вот, здесь, да, здесь в этом плане, да, то, что здесь в плане коммуникабельности, общения там со СМИ и так далее, то есть эти там телеграм-канал, тут уже просто так здесь уже ничего не скажешь. Что не скажешь, и потом весь мир узнает. Ну, из медиафутбола реально профутбол зайти? Тренер. Как думаешь, следят там вообще за медийным футболом, именно за тренерским? Да, конечно, коллективом? Я уверен, что следят все-таки там, конечно. Ты... Ну, сейчас последний сезон, я думаю, начали, да? Да, 100%. Ну, учитывая, да, там выступление команд в Кубке, да, плюс там накал, там, ну, ты хочешь, не хочешь, это смотрибельно, люди это смотрят. То есть там... Если мы берем вторую лигу, да, понятно, там это профессиональная история, там каждодневная рутинная работа, но чтобы там в профессиональном футболе стать каким-то там лучшим бомбардиром, лучшим игроком, нужно там не один и не два сезона, да, ну, забивать там 20+, да. Здесь можно, блин, один раз забить с центра поля, и ты поедешь в премьер-лигу на просмотр. Ну, это же действительно так. Но, к сожалению, так в современном мире, где технологии опережают интеллект человека, то это работает так. Виктор, спасибо большое, что пришел в гости. Не еще раз самое, поздравляю с выходом. Спасибо. Я очень надеюсь, что мы встретимся в полуфинале, где бы он там не был. Ну, было бы хорошо. Но честно, не как меня... зрители, самое главное. Да, как честно, участники соревнований. Хочется взять у тебя реванш, знаешь, так, ну, по-спортивному взять, потому что там, блин, в том четвертьфинале, блин, ну, переиграл действительно, как бы... Вопросов нет, хотя, честно, не представлял да, ту картину, что мы какой-то там можем вообще даже проиграть, возможно, там чересчур какая-то уверенность. Не до настроя 100% было, да, но на самом деле в тот момент, я думаю, никто этого не... Это сейчас, через сезон, все понимают, что Fight Nights может обыграть там, знаешь, любого. Как, тогда это как было, получилось, как... то, что
Вылетели дроты, вылетела родина. Хотя очень сильные были команды, очень сильные. У нас команда перед вылетом, перед выездом на стадион, они смотрят эти, а там орали так, как будто мы что-то выиграли. Я говорю, пацаны, блин, чуть-чуть угомонитесь. Четвертьфинал – это самая сложная игра всегда. Всегда, кто выиграет четвертьфинал, тот зачастую там добирается до финала, тем более в том формате, в котором мы были. Ну, это как минимум практически за медали, медали уже, можно сказать, перед тобой. Да, потому что это всегда там четвертьфиналы самые сложные, да, и потому что благодаря тебе у меня там две работы, я там с 7 утра до 7 вечера на одной, потом еще вечером на другой, там сплю. Не благодари, сплю полтора часа, это благодаря тебе и футболистам Самкала. Спасибо вам большое. Это был самый запоминающийся матч в истории Fight Night, честно говоря. Ну и по качеству, ну и естественно по результату, была большая наша первая победа. Ну да, это для вас, знаешь, какая такая отправная точка была, чтобы вы поняли, что мы двигаемся в правильном направлении, там не хватая каких-то звезд с неба, просто там за счет большой самоотдачи, за счет большого желания добиваетесь результата. Все. Дорогие зрители, спасибо вам за внимание. Ставьте там лайки, комментарии. И до скорых встреч. Всего хорошего. Пока.